Я хотел бы спросить вас, а как эмоции, чувства владеют вами? Как они превращают вас в марионеток? И вы подвластны не только каким-то чувствам, может быть, даже негативным, но и негативным эмоциям. Как часто они портят качество вашей жизни? Как досаждают вашим близким ваши негативные эмоции, раздражение, гнев, тоска, уныние? Вот мы сегодня и разберем с вами о том, что такое в вашей жизни ваши эмоции и какие необходимы эмоции создавать, чтобы качество вашей жизни, экология вашего внутреннего мира была на достойном уровне. Давайте смотреть дальше. Эмоции отражаются в форме непосредственных переживаний, приятного и неприятного. Эмоции показывают отношение человека к миру, к процессу жизни. К классу эмоций можно отнести настроение, чувства, аффекты, страсти, стрессы, ну и так далее. Ведь большую часть времени в нашей жизни, даже у фобиков с паническими атаками, эмоции служат вполне успешно. Они могут мобилизовать нас, доставить какие-то удовольствия. Но во время панических атак эмоции создают нам проблемы. Да вы знаете, какие проблемы. Ведь в панических атаках, в состоянии страха, нас захватывают такие эмоции, что портят не только качество нашей жизни, но и почти полностью разрушают наше существование. Вот так спонтанно вас захватывает какая-то эмоция, и вот вы уже во власти этих негативных страстей. И потом эмоциям свойственен быстрый механизм регуляции вашего поведения. Разум не успевает включиться, а вас уже захватила эмоция, и вот вы уже ничего не можете поделать. И вот в этом эмоциональном негативном состоянии вы выбираете наиболее простое решение – избежать, не преодолевать, сдаться, струсить. И вас она еще больше и больше захватывает. Вот почему мы должны заранее запастись умением создавать другие, нужные нам эмоции. Как говорится, тяжело в учении, легко в бою. Мы будем вооружены различными эмоциями и всегда сможем дать отпор противным, мерзким возникающим эмоциям. Потому что мы всегда можем достать свои эмоции, которые заранее создали, и бросить в лицо этому страху. Этой панической атаки. Учимся! Я хочу упомянуть об одном великом режиссере. Я нисколько не умоляю нашего режиссера Станиславского. Он менталитет русского театра преподавал тогда, когда все идет изнутри. А Михаил Чехов, это племянник Антона Павловича Чехова, более судеб оказался в Голливуде. Он там тоже преподавал. И посмотрите, некоторые артисты, которые встречаются с нашими из Голливуда, они часто вспоминают Михаила Чехова как режиссера, как основателя некой чуть-чуть другой школы в артистическом мире. Если Станиславский шел от нутра, вы почувствуете внутри себя, все это верно, так это и бывает, то Михаил Чехов говорил, вы создаете вокруг себя атмосферу. Атмосферу радости, если вы играете радость. Атмосферу негодования, если вам приходится играть роль какого-то злодея. То есть он включал человека в реальность, Михаил Чехов. И вот как никогда его этюды, его артистические задания подходят и под нас, потому что глубинных мыслей у нас хватает. Мы себе такие станиславские и подвержены нашим фантазиям, фантомам, которые в глубине нас разъедают. Поэтому нам необходимо включаться в реальный мир и отсюда черпать позитивную,
радостную атмосферу и создавать вокруг себя атмосферу. Мы будем этому учиться. Смотрите упражнения, делайте их, и вы многому научитесь.